Привет, мои хорошие, с вами Селена. Немножко содралась губная. Блин, а я не взяла ее с собой. Ну, картинка-то вообще не закрашенная. Всем привет. Привет. Ты хорошо выглядишь, ты куда даже не крашена. Сюда? Вот сюда вот. Короче, что, мы вообще на Вашан, чисто по делу, Вашан за памперсами, за едой. Ну, а так глянем сейчас, что еще. Может, тут мы припоходим, припогуляем. Припоходим, припогуляем. Я тебя выше. Да, ты очень высокая баба. Решила снять... Блин, мне что-то губы мои не нравятся, надо их подкрасить нормально. Сейчас сделаю. Снять шелак надо, это ужасно. Проходите. Здрасте. Кристиуш, иди сюда. Я так люблю эти розовые диваны. Кайфы. Нет, здесь сиди, сиди. Куда это ты пойдешь? Здрасте. Куда ты решила, Кристинка, пойти? А ну-ка быстро сядь на розовый диван. Скромняшка моя. Так, сейчас губы приведу в порядок, а то вы будете долго смотреть на это. Ну, так лучше. Просто сверху сделала вот, вот этим вот блеском. Мэйбелин. Мэйбелин. Бэйбелинс. Совсем другое дело, правда? Кстати, снять ногти здесь стоит 200 рублей. Ну, не снять, а этот шелак, блин, почистить. То позорище. Все время просите ногти показать. Маникюр делать не буду, дома сделаю. Времени нет. А что ты меня так далеко снимаешь? Ты еще дальше пошла? Почему забыла? Вам видно меня? Да. Другие. Одна голова. Да. Одна голова. Так с руками. Кстати, меня может быть хуже слышно. Почему-то я не знаю, почему, когда вот так снимают, хуже слышно. Может так оставить? Необычненько, да? Лицо какого-нибудь маникюрного салона. Короче, снимаем, потом пойдем в Ашан. Вот мне и сделали ноготочки. Смотрите, какие отросли ногти у меня. Красиво? Ура! Так, ну типа думаю, ну да. А кто с Тамарой ходит парой в туалет? Мы всегда вместе ходим, потому что мы идем, короче, по дороге, и мы трещим. Ну как, мы наш супер-мега разговор просто сейчас прорвем и в разные кабинки. Мы в одну идем и продолжаем трещать. Сейчас я сделаю главное. Кристинка будет рассказывать, потом наоборот. Кто так делает? Ставьте лайки, пишите комменты. Ну а после туалета мы, конечно же, моем ручки, да, Кристиночка? А то как же после туалетика ручки не помыть? Бывает, мы сделаем селфи. Ой, ну естественно Макдональдс, естественно наш любимый. Конечно, конечно, возьмите. Так, пожалуйста, дайте нам еды. Да мы чисто просто по коктейльчику возьмем. А клубничный, естественно, по маленькому. Мы берем клубничному молочному коктейлю в Макдональдс. Здесь. Что-то тупит, вот все тупит, все медленно работает. Кристинка яркая такая, да? Ну все. Ну вот зашли в видео, где я покупала, кстати, этот Samsung камеру свою. Здесь нету, кстати, камер розовой. Вот она беленькая и черненькая остались. Беленькая вообще, кстати, 20 тысяч стоит. Я не знаю, круче она или чисто за цвет. Вот, а сейчас покажу еще, который был, вот смотрите. А, какой рекламировали? Ой, глянь, Sony, но это не селфи, конечно. Так, а селфи была еще, сейчас я вам покажу, какая. Вот, Lumix. Panasonic Lumix, вот. А, ой, она 20 тысяч стоит. Ну, типа, она покруче. Ну и все. Остальные все не селфи, да. Сейчас, короче, чехольчик, чтобы был, надо. Короче, чехла нет на мой телефон. Чисто универсальные какие-то, черные. Но мне не нравится, я же стильная девчонка. У меня должно быть голубое все. Ой, голубое, розовое. Да? Пойдемте посидим. А, это Кристинкин. Бля, тут звук глушит. Тут можно петь, короче, звук глушит.
Криса, а ну-ка вот так вот с этой стороны меня сними. Вот так, да. Ой, что-то за свет. А ну подальше. Чуть-чуть вот так. Чуть-чуть сюда. Нет, другую сторону. Еще. Сели отдохнуть с Крис. Кайфуй, сидим. Я еще коктейль не могу допить. Класс. Крис, покажи рукавчики. Я Арлекино. Я себе ничего не покупаю, потому что я уже это все в интернет-магазинах накупила, заказала, скоро столько всего будет, что меня что-то не прельщают магазины. Но кепку я прикольно увидела, я ее, конечно же, возьму. Мне кажется, она не идет. Блин, одела девочка каблучки, это я про себя. А ну-ка, Крис, а ну-ка, дай я вертанусь, что я одета, я хоть поделюсь с людьми. Вот так я одета. И, короче, у меня каблуки, я уже устала, я иду как доходяга какая-то, и люди все оборачиваются. Все прям оборачиваются, не пойму. Я иду как калич, наверное, какой-то. У меня очень болят ножки. Кстати, еще вопрос, девочки-мамочки, я покупаю для ребенка, короче, липикар. Это купательное средство, которое не смывается потом, то есть мне его неудобно одной, да, там, купать, потому я набрала в ванну, оно все напенилось, он в этом искупался, и оно идет еще как этот, в общем, не надо смывать его, он там увлажняет кожу. Вот если липикар, есть еще одно средство какое-то. В общем, мне надо еще какие-нибудь средства. Может быть, что-то подешевле, потому что липикар стоит 1200 рублей, блин, это дорого. Может, кто-то подешевле что-то знает? Варианты еще какие есть. Чтобы не смывалось, главное. Средство для купания, чтобы не смывалось. И пенилось желательно. Вот взяла, короче, эмолиум, потому что липикара нет моего любимого. Ну, просто эмолиум, он смягчает водичку, но он не пенится. Он какой-то сразу, вода такая мутная, белая становится. Ну, она типа там эссенцией такой. Но он 715 рублей стоит. Липикар стоит 1200-1300, вот так где-то. Ну, что-то его нету, блин. Вот если вы знаете что-то подешевле вообще, я все ищу. Буду очень благодарна вам. Хотели видеть меня когда-нибудь грустной? Вот сейчас. У меня безумно болят ноги. Все, это трэш. Я не могу идти. Ой, вас. Девушка. Что, упала, убежала? Так они... Крисенька побежала. Отдать игрушечку ребенку. Все, мне плохо. Ноги как будто просто вообще отрывать и выкинуть. За едой. Не, я не могу без вас. Знаете, это то чувство,
когда уже ничего тебе не интересно просто. Я хотела еще красочки посмотреть, там для волос что-нибудь. Все, не могу. Трэш. Все остальное, остальная часть влога будет со слезами. Я, кстати, говорила или нет, я каблуки больше никогда не одену. Короче, моргнули глазом, смотрю, время-то 8:30 уже. Офигеть, заботусили мы. Все, мчим домой, все купили, все набрали. Че, может, прощаться будем уже? Наверное, мы попрощаемся. Вот так мы погуляли, потому что чтобы влог не был слишком длинненьким. Короче, вот такой спонтанный получился. Как бы не очень хорошо мне настроение было снимать его, в принципе. Ну, интересно посмотреть, что получится. В общем, немного со мной побыли. С нами. Да, Крис? Да. Пока-пока. Пока.